Здравствуйте, с вами Бравкович Татьяна. Я активный пользователь продуктов компании «Сибирское здоровье» и консультант. И сегодня я вам расскажу о таком классном чаечке, травяном чаечке. Это желудочный фиточай. В компании «Сибирское здоровье» есть целая линейка фиточаев. Но сегодня я хочу заострить свое внимание это на желудочном чае. Ну, в общем, желудочный чай я обычно включаю в целую, скажем так, программу. То есть я его завариваю вместе вот с чаем печеночным, чаем очищающим. Ну, здесь я чай очищающий вам не показала, я просто вот взяла сейчас вот чай печеночный и чай желудочный. И еще у меня есть чай очищающий. Вот я завариваю 3 чая в одну чашку 200 мл и где-то по полстаканчика пью 2 раза в день. Ну, в принципе, могу выпить и целый стакан один раз на ночь или днем. Ну, в общем-то, так. Чем мне понравился вот этот чай? Так же, как и у вас, у многих, у меня, естественно, есть проблемы. Ну, если еще учитывать, что активный образ жизни, скажем так, когда ты находишься практически всегда на работе, нет возможности вовремя поесть, нет возможности вовремя принять горячую пищу, то есть жидкую. Это супы, борщи, бульоны и вот все в таком духе. Естественно, это отражается на, ну, это отражается на всем организме. Это и работа печени, это и работа желудка, это и какая-то тяжесть. Ну, это, ну, соответственно, и работа кишечника. То есть здесь вот, когда мы работаем там день, ночь, отцепной, выходной, либо мы работаем сутками, ну, вы сами, то есть что я вам тут объясняю, то есть каждый из вас имеет такой вот сумасшедший ритм жизни, и, соответственно, появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Так вот, вот эти вот чаи, они помогают эти проблемы предупредить и разрешить. Я, естественно, этот чай либо самостоятельно завариваю, либо вот с печеночным. Могу сочетать там, скажем, желудочный и очищающий. Ну, кстати сказать, желудочный чай, он тоже очень хорошо может почистить. Вот, что очень, кстати сказать, тоже важно. Очистить свой кишечник от лишних скоплений, это тоже очень бывает полезно. Так, ну а теперь мы рассмотрим поближе упаковочку. Значит, у нас вот такая вот упаковка. Здесь у нас на упаковке, в общем-то, есть вся информация. Значит, чай находится вот в таком пакетике. Пакетик очень плотно закрывается. Ну и когда его открываешь, оттуда очень такой приятный запах травянистый. Вот я его вот так вот, сейчас, вот так вот его закрываю. Знаете, хочу сказать, что в свое время, в подростковом возрасте, у меня были такие вот проблемы с желудком, ну, гастрит, это естественно, причем гастрит на фоне пониженного содержания кислоты, то есть у меня была пониженная кислотность. Это я, конечно, ходила к врачу, и врач назначала обследование, и, соответственно, вы знаете, вот раньше, когда я еще была вот в подростковом возрасте, моложе, врачи почему-то относились к своим больным по-другому и выписывали,
Ну, таблетки, да, я в свое время очень много выпила ножку, чтобы убрать вот эти вот боли в желудке. Но мне врач выписывала, я заказывала в аптеке сок подорожника, который мне помогал, в общем-то, очень хорошо помог в свое время. Вот. И вы знаете, когда я прочитала состав этого чая, то я поняла, что вот этот вот чаечек, он... Ну вот вы сейчас вот спросите, скажете, а вот у меня повышенная кислотность или у кого-то пониженная кислотность, ведь разные варианты у всех. Я хочу сказать, что вот этот чай, он нормализует. Он не делает ни выше, ни ниже, он нормализует, он все приводит в ту самую норму, чтобы была именно нормальная кислотность. Вот. И сейчас вот я нахожусь на сайте, значит, вы даете запрос в интернете «Сибирское здоровье», и вы попадаете, значит, на официальный сайт, а это вы попадаете в интернет-магазин «Сибирского здоровья». И здесь у нас есть разделы «Здоровье», «Спорт», «Питание», «Красота», «Дом», «Книги», «Разные акции». Лучше всего заходить на сайт с браузера Google Chrome. Это самый адаптированный браузер, который не выдает ошибок. И при ознакомлении с сайтом, при просмотре каталога и при заказе продукта. Я захожу в раздел «Здоровье» и иду в серию «Целебные травы Ольхона». И здесь мне высвечивается целая серия, целая линейка чаев. Здесь у нас печеночный, желудочный, женский очищающий, суставной, диабетический, сердечный, седативный, грудной. И еще есть набор чаев. Несколько чаев в одной упаковке. Но мы с вами открываем чай желудочный. Я щелкаю на название чая. И мне высвечивается именно желудочный фиточай, курилсай, курильский чай. Первое, что мы с вами посмотрим, это состав. Из чего же это у нас сделано? Курильский чай, трава ромашки, плоды шиповника, лист подорожника, трава волнушки. Теперь я очень хочу прочитать о продукте. Что же он делает, этот продукт? И вот описание читать полное описание. Щелкаю, и мне высвечивается описание этого продукта. Что же он делает? Целебный чай Курилсай создан на основе лекарственных растений Прибайкалья, Малого моря и острова Ольхон по древнему бурятскому рецепту. Чай регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, восстанавливает микрофлору кишечника, может использоваться в схеме коррекции веса. Кроме того, курилсай, то есть вот этот вот очищающий, в смысле желудочный чай, оказывает благотворное действие при заболеваниях желудка, двенадцатиперстной кишки, печени, поджелудочной железы, холецистите, дисбактериозе, гастрите и колите. То есть у этого чая очень широкий спектр действия. То есть вы и почиститься можете. Ну, как я вам и говорила, он нормализует работу желудочно-кишечного тракта. И действие у него очень широкое. Но мне вот еще нравится добавлять туда, вот к этому чаю, еще печеночный чаек. Можно и очищающий. То есть, ну, хуже не будет. Это однозначно. А по содержанию витамина С курильский чай превосходит обычный чай в 15 раз, лимоны в 5 раз. При постоянном употреблении курильского чая укрепляется иммунитет, и снижается риск простудных заболеваний. Практически до нуля снижается риск дисбактериоза кишечника, нормализуется обмен жиров. А главное,
Все это достигается не мучительными процедурами, а привычным чаепитием с вкусным и ароматным чайным напитком. Вы знаете, я хочу вот вам сказать, что как-то врач, ну это давно было, выписала мне антибиотики, очень сильные антибиотики. Вот, выпив пару капсул, это такие большие, даже не капсулы, такие большие таблетки были, я не помню название, но утром я проснулась, покрытой сыпью с макушки до пяток. Естественно, я все эти антибиотики кинула и бросила. Вот, и выхаживала я себя, представьте, чем? Вот этим вот чаечком печеночным. Потом я уже стала добавлять вот этот вот желудочный чай. Вот. И вот этот вот чаечек, вот этот чаечек в сочетании вот с этим чаечком. Ну, сначала был вот печеночный. То есть печень отреагировала моментально и сразу. И я покрылась вся аллергией. Конечно, я все это кинула и бросила, все эти антибиотики. Вот. И вот этот вот чаечек мне помог выходиться вот от этой вот аллергии. Потом я добавила еще желудочный чай, потому что, вы понимаете, вот антибиотик, он там все косит просто. Вот и желудок, и кишечник, там печенка, там вот все реагирует сразу. Простуда осталась на месте. Вот. Ну, простуда я потом уже выхаживалась. Это уже отдельная история, тоже продуктами сибирского здоровья. Там был новамин, там много чего было, растирание, в общем. Ну, я вам просто рассказала и поделилась своим опытом. Вот. Если вам захотелось приобрести вот этот чай... Да, кстати, вот я, знаете, вот не показала ведь вам. Вот смотрю, я же специально взяла фильтр-пакетик. Вот такой фильтр-пакетик. А внутри него вот все вот эти вот травки, вот они вот так вот измельчены. Вот. И как его употреблять? Один фильтр-пакет залить одним стаканом кипятка, накрыть крышкой, настоять в течение 50 минут, принимать взрослым по стакану один раз в день во время еды. Вот. И вот такой вот у нас, видите, вот измельченные травки. Вот такая вот прелесть. Кстати, очень приятный аромат. И вкус, я хочу сказать, что вкусы у чаев сибирского здоровья все очень приятные. Они все нежные. И очень многие мне задают вопрос, а с чем можно пить этот чай? Да с чем хотите. Хотите с печенькой, хотите с конфеткой, хотите с вареньем. Я люблю с вареньем. Я варю сама варенье. Очень люблю смородиновое варенье из черной смородины. Жить без него не могу. У меня банка варенья всегда стоит на столе. Вот. Из крыжовника варенье, из яблок варенье. Любое. То есть я все это очень люблю. Сама все это выращиваю. Вот. Скажем так, фанатик такой огородный. Вот. Поэтому и вам очень советую, рекомендую. Если вам понравился состав, если вы чувствуете, что вам это нужно, здесь внизу под этим видео есть ссылка на интернет-магазин. Приобрести это можно только в интернет-магазине «Сибирского здоровья». И познакомиться с остальными продуктами вы также можете в интернете «Сибирского здоровья». Ссылка здесь под этим видео. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых роликов.